Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Ханс Фредерик Гуде. Норвежский художник, пейзажист и маринист романтического направления. Много лет проработавший в Германии, представитель Дюссельдорфской художественной школы. Я пользуюсь данными Википедии. Родился 13 марта 1825 года в Осло. Учился рисованию в 1838-1841 годах в Королевской художественной школе в Осло под руководством Йоханнеса Флинта. Затем с 1841 года в Дюссельдорфе у Андреаса Ахенбаха. В 1842 году Гуде поступил в Дюссельдорфскую академию художеств, где обучался Йогана Вильгельма Ширмера. Окончил обучение в 1846 году и совместно со своим другом, норвежским художником Адольфом Тедерманом, уехал на родину. В 1848-1850 годах проживал в Осло, затем вернулся в Дюссельдорф. В 1952 году работы Гуде были отмечены золотой медалью Берлинской академии искусств. С 1854 года он профессор Дюссельдорфской академии по классу пейзажа. В 1861 году Гуде на время отказался от преподавательской работы и в 1862-1864 годах проживал на севере Уэльса. В 1864-1870 годах возглавил Академию искусств Карлсруэ, затем преподавал как профессор пейзажной живописи в той же академии. В 1880 году переехал в Берлин, где проживал своего зятя, скульптора Отто Лессинга, и преподавал в Берлинской академии. Член Сената Берлинской академии искусств. Умер 17 августа 1903 года в Берлине, похоронен на Спасском кладбище в Осло. Ну вот так вкратце о норвежском художнике-пейзажисте, маринисте романтического направления, который много работал в Германии, представитель Дюссельдорфской художественной школы Ханс Фредерик Гуде. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.